Добрый день, уважаемые отдыхающие. По случаю оказались в Дубае и решили между перелетами посетить парк бабочек. Взяли такси и поехали. Гаттерн. Баттерфляй Гарден. На автомобиле. Посадка в такси составляет 25 дирхам с аэропорта. Со второго терминала мы на метро сесть не можем. Автобус тоже без карточки не пускает. А чтобы карточку приобрести, нужно купить ее в метро. Поэтому едем на такси. По месту приедем, скажу, сколько получится дирхам. А сейчас пока едем и наслаждаемся красотами высокого города. Это вот Бурдж-Халиф справа высокий. Приехали мы на место. Получилось, не видно, 103 дирхама получилось. Солнце отражает, не видно. Идем покупать билет. Вход в парк бабочек. До входа у нас получилось по деньгам 103 дирхама. По времени вышло 26 минут. При том, что пробок не было, спокойно проехали. Расстояние 25 километров по трассе. Схему я выставлю по карте. Ну и все. Идем, переходим и покупаем билеты. Стоимость билета тоже скажу. Купили билеты. На взрослого у нас получилось 55 дирхам один билет. На ребенка, но ребенок уже взрослый, 12 лет, получилось 50 дирхам, сделали скидку. Идем, смотрим. Здесь рядом находится парк цветов. Там мы уже были в прошлый раз. Тематично, как говорится, сложено все точно так же. Но не спеша, сейчас зайдем и будем смотреть. Здесь в основном с бабочками крытые на воздухе. На открытом воздухе, как вы понимаете, бабочки разлетятся все. Поэтому в крытых помещениях. Здесь же на входе сразу есть кафе. Можно купить прохладительные напитки, бутерброды. Есть бутики с засушенными бабочками. Бабочки разновидных. Я бы сказал, марок и моделей. Я думаю, что здесь не только засушенные бабочки, здесь и живые должны быть. Но бабочек очень много. Все оформлено с мумий бабочек. Бабочки, конечно, есть очень красивые.
Вон бабочки летают. Сейчас в беседку зайду, на беседке тоже бабочки закрыты. Бабочки на людей садятся. Влажность специально сделана. Волос на нее попадает, она это не улетает. Села, сидит. Здесь лежат фрукты, и бабочки прилетают, угощаться. Прилетела. Сесть тоже на руку хотела. Вышли с одного зала. Пошли во второй зал.
Там еще есть какой-то зал. Не знаю, где вход, но мы в него сейчас дойдем. О, здесь другие бабочки. Здоровые, как птицы летают, только шума нету. Хочет взлететь. Тоже на фруктах сидят. Большие такие. Сейчас. Здесь вот их на фруктах целая куча. Крылышко видел, мне повреждено большое. Красота. Красота. Бабочки повсюду. Бабочки везде. Не зря мы поехали. Сад бабочек. О, взяла все-таки. Еще какая она крупная. А крыло какое красивое. Бабочки разные.
глубоко плавает. Только сейчас нашел, здесь есть вот такие инкубаторы. И здесь название, которые бабочки водятся в этой комнате. Здесь пока один увидел инкубатор. В той комнате не подходил, его не понял, что это такое. Но бабочек целый. Целое облако летает. Красиво. Бабочка прилетела, сама села. Везде, где стоят фрукты, везде много бабочек. Но фрукты любят, чтобы подпорченные были слегка. Вот банан лежит давно, видать, и он им больше всего нравится. Релакс своеобразный. Птички чирикают, бабочки летают. Вижу, там еще одна комната есть. Сейчас идем туда. Шторы не дают бабочкам улетать. Третья комната, а там непонятно, были мы, не были там. Там что? Короче, я уже запутался, где мы были. Ладно,
нам сказали идти в третью комнату. И сразу нас бабочка на полу встречает. Надо ее убрать, пока ее не растоптали. Улетела. Чего не на пол садится? Здесь помельче бабочки. А, какие такие же крупные есть. Так их всегда сидят кушают. В каждом углу бабочка есть. Везде можно присмотреться и увидеть бабочку. Бабочек много, но это надо быть любителем, ценителем. А в целом так вот провести время, посмотреть и полюбоваться, это здорово. Детям интересно, некоторые дети боятся, некоторым очень интересно. Вот разновидности бабочек, которые здесь водятся. Села бабочка на шею, царапается, не могу. Не знаю, себя попробую не показывать, а бабочку попробую. Потом подредактирую. Прилетела еще одна бабочка.
села, сидит. Две с рюкзака сняли. А здесь вот кушают. Целая куча. Резко с ней наводится. Интересно. Это же вроде не запись, птицы как настоящие, а они вон в клетках. Сейчас подойдем к ним. Дошел до птиц. Попугаи здесь разных размеров. Разных моделей. Разных мастей, скажем так. Весело им здесь. Бабочек видят, а съесть не могут. Здесь целый небоскреб, многоквартирный дом. У каждого своя конура. У каждого свой домик. Здесь тоже многоквартирный дом. Разноцветный. Похоже на воробьев, но какие-то расцветки не такие. И клювы не такие. Я так думаю, если бабочка садится на сетку, они быстро с ней разбираются. Ну, чирикают. Красивую обстановку, звука создают. Там еще одна комната есть. Сейчас пойдем в нее перейдем. Из личинки бабочка так вылупляется. Сейчас будет крылья распрямлять. Здесь схематично нарисовано. Интересно, да, вот они из личинки вылазят, а потом это сидят, распрямляются крылья, сушат их. И при том бабочка большая, вот видишь, это она ж не это не растет потом, это она такая вылупилась большой. Это личинки собирают и сюда он прикалывает, чтобы люди наглядно могли видеть, как это
действие происходит. Если камеру поставить на долгое время, то будет видно глазом невооруженным, вернее, вооруженным глазом, как это медленно идет. Ладно, идем в четвертую комнату. Так, и пошли в четвертую комнату. Здесь влажность другая. В каждой комнате разная влажность, разная температура. Все-таки бабочки требуют разный подход. Хотя по расцветке я особо разницы. Нет, разные. Вроде бы и похожие, в то же время разные. Потолок высокий, но он огорожен сеткой. Музыка, релакс. Некоторые садятся на палец, некоторые не садятся, улетают сразу. Красивый. Сразу еще и кушает. Она не просто летает, садится на цветочек и сразу нектар собирает. Сколько их на стене сидит. Свет не дает передать этого. Красота! Красота! Замечательно провели время. Здесь уже выход из этой комнаты. Вот здесь очень близко можно подойти к бабочкам, которые кушают. Вот хоботок у них распрямлен. И они собирают нектар именно где банан подпорченный, вот оттуда они собирают вот эту влагу. Температура в этой комнате 24,9 градуса, влажность 65%. Эта комната наименее влажная. Ладно, выхожу на улицу. О, ребенок подошел. Бабочек. Целая масса. Опа. Бабочек. И на меня села бабочка опять. Вышли мы из бабочек. Пошли ловить такси. Поймаю такси, приеду в аэропорт, скажу, сколько получается на обратную дорогу. Обратно должно быть дешевле. Взяли такси. Посадка 5 дирхам. На 20 дирхам меньше. В рублях это на 320 рублей дешевле получается. И едем во второй терминал. Ну все, приехали мы во второй терминал.
на вот таком такси. Цена составила 82 дирхама, что на как раз посадочные 20 дирхам меньше получилось. Дирхам на сегодняшний день 16 рублей за 1 дирхам. На этом все. Путешествие наше закончилось в парк бабочек.